С наступлением пожароопасного периода, а лето, как известно, не за горами, огнеборцам приходится все чаще выезжать на экстренные вызовы. Сейчас в областном центре имеется 4 пожарные части, и по нормативам пожарная машина в черте города обязана добраться до места ЧП за 5 минут. Дорожные полицейские отмечают, что с каждым днем в нашем городе становится все больше автомашин. При этом очень часто водители пренебрегают правилами дорожного движения, которые касаются спецтранспорта. В некоторых случаях пожарно-спасательные машины теряют время на дорогу к месту происшествия по вине автомобилистов, которые не считают своим долгом уступить дорогу пожарным или медикам. А ведь выезд таких спецмашин связан со спасением человеческих жизней. В момент час пик очень часто такое происходит, что автолюбители не уступают, хотя согласно правилам дорожного движения они должны уступать специальной пожаротехнике. Это очень сказывается на ликвидации пожаров, любых различных ЧС. Каждая минута дорога в момент проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Не пропустил машину со звуковыми и световыми спецсигналами – заплати штраф. Только в первой половине дня полицейские оштрафовали 6 водителей. Сумма штрафа составила 22 690 тенге. Это 10 МРП. Рейд, в ходе которого были выявлены нарушители, в нашем регионе проводятся впервые и продлится 3 дня. Важно, чтобы водители понимали, пожарную машину или карету скорой помощи кто-то очень ждет. Ожидание иногда стоит жизни. Для Засакиева Алексей Уразов, программа «Факт».